Короче, мост тот размыло, и вот сейчас через речку едем. Не, ой, не, слушай, мне там точно делать нефиг. Чел вообще отчаянный, короче. Не так он чуть-чуть понял, как надо ехать. Но... Поехал. Ты что, обратно поедет? Короче, мост на речку Бахуру вот в таком сейчас состоянии. Страшно. Ну, машинам тут точно не вариант. Лёша будет сейчас переезжать речку. Ну, это жесть, конечно. Ну, и я следом. Газ, малас, и мы не едем. А кроссовочек надо чуть взять. Ты-то что, отвлекаешься? Не отвлекайся. Асфальт был, а сейчас все. Дорога, которая раньше была доступна для филдеров, лицов и так далее, теперь вот такая просто жесть. Теперь сюда никто уже не проедет, точно. Капец. Леша достает свою чудо-сумочку со всякими штучками. Да, не зря. Ну да, обидно за машинку, печально. Вот кто захочет поехать на речку Бахуру, Анну, Симау и так далее, всем привет! Сегодня недоступно. Так, короче, теперь показываю. У нас вот такая система. Нет, что-то не то. Стой.
А веревка не мешает? Преодолеть это безумие. В общем, проехали мы эту огромную промоину, а дальше тут снега по пояс, и уже кто-то стоит. Чудесные эти люди, которые были впереди нас. Я камнем ранился. Не видно. В общем, не знаю, зачем мы сюда вообще едем, но мы зачем-то едем. Весело, наверное. Все проехали. Теперь поехали мы. Правда, проехали недалеко, походу. Да, близко. Спускаться будет весело, мне кажется, здесь. Там вот это, прям возле обрыва колья. А новую набьем? Да, я думаю, надо будет новую бить. Не, сейчас, подожди. Река Сима. Идет волна! Ooh, 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 ooh.
Глубина тут где-то 2 метра. Ну, короче, уровень воды в реке поднялся, снег растаял, день был теплый. Я думала, это конец, а это еще нет. Что же будет, интересно. Ребятам дали какую-то веревку, не знаю, что кого. Сильно переживаю, надеюсь, что все будет хорошо. Ты снимаешь, не вижу, да, у нас тут 3 машины. Настюха бедная не может на это смотреть. Фу-фу-фу, все будет хорошо. Так, вытягивают впереди еще 2 машины. Ну, мы сейчас будем снимать воздушный фильтр и смотреть, есть ли там вода. Если есть там вода, то это плохо. Если нет воды, то... Ну, если там есть вода, просто ее слить, там еще что-нибудь нормально будет. А, вот, а если не будет воды, мы просто все... Ну, заведемся и все. Все? И руки дойти. Ну что? Момент пик. Лебедку поделишь? Да. Ну чё? Как? А? Чё скажешь? Ну, я в шоке. Это, наверное, самая глупая мой поступок за всю мою жизнь. Такого больше я точно не хочу, чтобы повторилось. Это просто ад какой-то. Когда я видео посмотрел, я думал... То есть, мне, короче, вода прям на лобовое стекло полилась. Я думал, нифига себе. Но когда я посмотрел видео, я еще больше подумал, нифига себе, просто ад. Не, сейчас то, что вот ты завелся, как ты считаешь, как ты оцениваешь? Ну, нормально все, но все равно у меня чуть-чуть трясет. Это не смешно. Нет,